эта кентуха на проводе, и прямо сейчас я нахожусь на аккаунте ТикТака. Вы спросите, что же я делаю? А я прямо сегодня притворюсь разработчиком, и ничего не происходит! И буду жестко троллить его прямо на стриме. А именно, я зайду на его аккаунт прямо у него на стриме, попродаю кучу скинов, попродаю кучу ножичков, и мы посмотрим на его реакцию. Это будет нереально смешно. Я знаю то, что вы очень долго ждали эту рубрику. Но, ребятки, если вы ее ждали, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал, потому что сегодня будет очень горячо. Просто посмотрите на его аккаунт Авик ТХ. Desert Eagle Raid. У него еще есть очень много ножей. Очень много. Поэтому поверьте вы мне, сегодня будет нереально весело. Ну что же, ребят, для начала я палиться не буду, что я знаю логин и пароль этого аккаунта. Я просто выйду и дождусь, когда же он запустит стрим. А вот потом будет очень весело. Ну и, ребята, как вы понимаете, осталось дождаться только одного. Чтобы ТикТак запустил свой стрим, а я, ребята, запущу свой троллинг. Ой, поверьте во мне, это будет очень смешно. Ну что же, леди и джентльмены, прямо сейчас, ребята, ТикТак подрубил стрим. Посмотрите на его ротик. Ротик-то рабочий. И знаете, что самое интересное? Я же якобы притворяюсь разработчиком. Так вот, он начал прямо сейчас на стриме говорить что-то плохое про разработчиков. Давайте послушаем. Если мне не выпадает нож, я сказал сразу. Разрабам хана. Я говорю сразу, ну это будет хана. Это... Если не выпадает нож, разрабам хана, говорит. Ребята, ну я думаю потихонечку, помаленечку мы можем первый раз заходить на его аккаунт, так сказать, чтобы его немножко припугнуть. Первый раз будет самый-самый лайтовый. Кстати, посмотрите, какое у него название стрима. ТикТак сошел с ума. Мне кажется, после моего троллинга он по-любому сойдет с ума. Ну что же, погнали на аккаунт. С Галкой! С Галкой! Подожди, с Галкой, чел! Мужики, я только собрался заходить на его аккаунт, тут к нему шел какой-то, походу, реальный разработчик. Ладно, все, погнали на его аккаунт. Так, почему ништяк? Мы на аккаунте ТикТака. Вы бы видели, как он сейчас кричит на стриме. Я вам сейчас покажу. Но перед этим я захожу на аккаунт. И давайте я сделаю просто ник. Извинись. И прямо сейчас, ребята, мы поменяем аватарочку на вот этого горящего челика. Потому что прямо сегодня у ТикТака будет гореть его пуканчик. Я захожу обратно на аккаунт разработчики. Пожалуйста, разраб. Не надо банить меня, не надо банить меня. Пожалуйста, он думает, что я его забаню. Разбаньте, разбаньте. Я все расскажу вам. Ой, ребята, сейчас будет очень весело. Поверьте вы мне. Пожалуйста, разбаньте меня, пожалуйста. Нет, он меня забанил, походу, я не могу загрузиться. Что это? Соединение потеряно. Я прошу. О, тихо, зашел. Извинись. Соединение потеряно опять. Разбань, пожалуйста. Извинись. Извиняйся быстро. Не, что поймали, пацаны? Я смотрел, ТикТак нам показывал свой. Вы поняли, что? Поэтому, на, я считаю, что должен извиниться. Подожди, стой, я сейчас проверю, что у меня за предметы в инвентаре. Это не я, это не я. Я говорю сразу, это не я. А что за хуйня? Откуда он появился здесь? Не, разработчики, давайте честно, подожди, стой. Так, он извинится или нет, как думаете? Я извиняться не буду, я просто напишу «Отстань от меня». «Отстань от меня», я пишу. Пишет «Отстань от меня». Ребята, ну я думаю, настало время пристать к нему. Я сейчас так пристану, что у него челюха отлетит, ребята. Но я вижу, его ничему жизнь не учит. Погнали заходить на его аккаунт. Ребята, как называется его болезнь, кто знает? Что он делает? Я наушники сломал. Ой, блин. Вот это реально было. Все, я зашел, я зашел. Смотрите, давайте делаю ник. Извинись бегом. Так, делаю ник, извинись бегом. Меняю аватарочку на этого чела. И прямо сейчас я хочу купить. Я хочу купить. А что я куплю? Я куплю 100 анкомонок. О, 100 штук. Ой, бедный, бедный ТикТак. Так, ребята, и давайте, чтобы было еще веселее, я продам пару его арканов. Например, вот эти перчатки, сколько не стоят. Ну, блин, ну 1100. Давайте для начала что-то дешево продадим. Вот я хочу что-то прям очень дешевое. Давайте я продам Пайпсен вином 100 трек за одну голдишку. Все, на. Айсик, щапочин мы попродаем скины из его инвентаря. Нормально. Будет знать, как обзываться. Ладно, все, ребята, он пытается зайти на аккаунт. Все, я выхожу, и мы прям сейчас смотрим на его реакцию. Это не смешно ни капли, на. Глоточек делаю воды. Все, я не могу зайти. А не, зашел, слышишь? А че у меня комонки не купились? Извинись бегом. Я не буду извиняться, разработчики, давайте, пожалуйста, ну... Не, ну вы видите, это нормально по-вашему? Ему надо просто извиниться, и он не извиняется, ты че, мужик? О, смотрите, смотрите. Куда? Что происходит? Мне залагало все. Что это? Прекратите это, разрабы! Что происходит? Разрабы, сказал, прекрати!
обидеть. Ой, почему? Мне кажется, когда он узнает, что это был я, он очень жестко обидится. Очень сильно. Главное, чтобы он сейчас не зашел в историю продаж или историю покупок. А, вот моим разрабы, прекратите, прошу. Все, мне залагало все. Все, все, стоп. Аккаунт снесли мой! Слушай, а что в чате пишут? Давайте почитаем немножко. Аха-ха-ха-ха, чисто вещат. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Он хотел написать, пожалуйста, не надо. Написал, пожалуйста, надо. Ну что, ребята, я думаю, настало время еще раз заходить на аккаунт ТикТака. Слушай, давайте ему еще дам какое-то прикольное задание, чтобы было точно смешно. Так, давайте прямо сейчас напишу. Знаете, что я напишу? Напишу ак забанен и пишу 003. Ха-ха-ха, забанил аккаунт ТикТака. И я прямо сейчас буду продавать за 0.3 арканочки. Так, все, ребятки, заходим. Что можно продать? Нам нужны арканы. Нам нужны все самые дорогие арканы. Бой 350 ураспирис, сколько стоит? 375 голдишки. Ой-ой-ой-ой-ой. Продал! Так, мужики, чем мы сейчас еще продадим с этого аккаунта? Там у него был Акэр Дрэгон, у него куча некромансеров, у куча самураев. Давайте мы еще все-все-все, ребята, это продаем. За одну голдишку продаем. Еще раз за одну голдишку продаю. Блин, мне кажется, и так это значит, это был я, мне будет полная габелла. И еще раз за одну голдишку продаем. И знаете что, я предлагаю, чтобы было смешнее, давайте я еще поставлю новый запрос на UMP пиксель. Поставлю на 30 штук, все, нормально. А теперь выходим с его аккаунта и погнали смотреть на его реакцию. Я захожу проверить, есть ли киргот слили за 003. Я забыл, а я же мог запрятать его скины на рынок. Просто представьте, как же это было бы смешно. Я же мог его Диглоу Рейнс запрятать на рынок, например. Ах, забанен 003. Ах, забанен 003. Что за 003? А почему у меня покупается что-то? Что-то у меня покупается. Там, кстати, кто-то цену забустил, поэтому нормально. Так сказать, помог пацанам забустить UMP 45 пиксель. Все нормально. Смотри, он продает. Мужик, зайди, чекни, пожалуйста, историю. Зайди, чекни долбанную историю. Я продаю, стой. Я продаю, они покупают мне. Я продаю, они мне покупают. Это трындец. Я хотел постримить сегодня стендов, потом постримить с подписчиками Майнкрафт. Майнкрафт, это моя жизнь. Майнкрафт. Брат, буду сразу надо было Майнкрафт стримить. Стендов, это плохая игра. О, смотрите, смотри, он спалил. ТикТак. Смотрите, реакция ТикТака, у которого инвентарь стоит 2 миллиона голды, когда я продал скинов на 500 голды. Он продал мои арканы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть аркан. Он продал 6 моих аркан, мужики. Ребят, ну я думаю, надо еще раз заходить на аккаунт. А Кирголд продал мой? Подожди, у меня был Кирголд, подожди. А где Кирголд? А реально, где Кирголд? Я его не тронул. Не, братва, я, конечно, понимаю, что я троллинг внутри, а где его Кирголд? Где Кирголд? Потому что он на продаже стоит. Я не брал, честно! Подписчики, свидетели, а я не брал! Кирголдик родной! Как же это жестко! Как же это жестко! Они меня опять сломают! Ребят, такой вопросик. Мало ли кто знает, как называется болезнь ТикТака. Братик, ну ты шо, что так? Ютуб, если что, с ним все в порядке, все хорошо, просто... Я немножечко шалю. Заходим на его аккаунт. Витёк, спасай! Витёк, меня взламывают, родной, меня и паролин. Это Кента ПК. Вы чё меня палите? Ну что, ребята, а мы перемещаемся на аккаунт. Ну что же, я зашел на аккаунт, делаю ник, продаю все. Делаю ник, продаю все. И я прямо сейчас хочу найти его самые дорогие скины. Так, ребят, что там у него самое-самое дорогое на аккаунте есть, интересненько. Диглоу Рейн. Я выставляю его на рынок на продажу. Так, 999. Главное, не перепутайте случайно, не продать дешевле. Все. Выставляем на рыночек Диглоу Рейн. Все, Диглоу Рейн нету. Авик ТХ выставляю тоже на рынок за 999. Все, найс. Тоже за 800к выставляю на рынок. Очень даже хорошо. Так, что же мы прямо сейчас сделаем еще? Так, давайте вот у него есть тычки Хармони. По-любому у него есть тычки Хармони. Я их тоже выставляю на рынок. Ничего себе, сказал я себе. Да, ребята, я сумасшедший.
выставляю на рынок. Ох, вы даже не представляете, как же я переживаю, чтобы случайно ничего не продать. Так, а где? У него реально Кирголда нету. Я отвечаю, я не знаю. Я его Кирголд не трогал. Так, все нормально, ребята. Что еще можно выставить? Давайте еще М9 выставлю на рынок. Все, вот так вот. Все, найсик. Так, абсолютно все его скины я повыставлял на рынок. Ну, по крайней мере, те, что дорогие. Давайте еще вот этот скин выставлю. Все, найсик. Все поставил на рынок. Братик, ты че, не расстраивайся. Братик, ты че, все хорошо. Ребята, вы посмотрите, как он покраснел. Хэштег помидор. Так, ну что, смотрим реакцию. Падла, продаю все. Я думал, он будет рад, он такой расстроенный. Не надо, не надо. Дай шанс. Нормально, опять. Продает что-то. Блин, а эти юмпи пиксели до сих пор покупаются спустя 20 минут. Я прошу, верни. А что он продал? Подожди, что он продал на моем аккаунте? Он продает что-то. Продал. Подожди, история продаж. Он пока еще не продает. Он пока еще не продает. Он покупает мне вот эту говняшку. Он опять закупает мне вот этого дерьма. Подал, где мне комольки покупает? Ты же с ума сошел. Ладно, я извинюсь. И не надо мне взламывать. Не надо. Не надо. Я больше не буду. Дай мне шанс. Так, ну шо, ребята. Мне очень интересно, а он заметит скины или нет, что у него пропали его дорогие. Давайте прочекаем, что-то продал или нет. Мы же сейчас что-то продал или нет. Кирголд у меня был, да? Кирголдик у меня был. Я точно Кирголда не вижу еще. Я не знаю, где Кирголд. И КТХ моего тоже нету. Диглаури, это тоже нету. Релик есть, релик остался. Хармони, проверь, Хармони. Нету, все, это Хармони. Хармони тоже мой продал. Я пишу, не надо, дай шанс. Ну что, ребята, я думаю, прямо сейчас мы дадим шанс Тик-Таку. Тик-Таку очень сильно просил. Выбей нож или бан. Бан. Идеально. И прямо сейчас покупаем ему 15 казиков. Я уверен, Тик-Так умный парень, поэтому он все поймет сразу. Такие мы купим. Ну давайте мы купим сейчас, пацаны, 10 фейблов. И давайте купим еще 4 эмпайра. Слушайте, давайте, чтобы было смешнее, куплю не 15, а 14 скинов. Чисто по приколу куплю 14 скинов. Все, имба. Я думаю, можно выходить. Я надеюсь, он все поймет и так. Он все ножи сливает. Ну, вы же сейчас не на приколе, я надеюсь. Вы же сейчас на серьезно. Мне нравится, аудитория в чате поддерживает его. Все ножи сливают, пишут. Он продал за 0.03. Что за 0.03? Дел продал мой. Все, тихо, успокоились. Я захожу. Бей нож или бан. Какой нож? А ты сейчас все поймешь. Пожалуйста, нет, какой нож? Он купил мне 14 классиков. Да? Не благодари. Бей нож или бан. Что, прикалываешься? 14 кассиков мне купил, выбей нож или бан. Это Габелла. Если я сейчас с этих 14 кассиков не выбью нож, он меня забанит. Ребят, ну вы же сами понимаете, это же стендов. Естественно. Я так думаю, он ничего не выбьет. Но давайте посмотрим, а мало ли вдруг. Я сейчас выбью нож, и ты не отстанешь от моего аккаунта. Ты тупо. Вот так у тебя в лицо, и ты мерзкая гниль. Ой, ребят, что же этот молодой человек себе позволяет? Вы слышали его выражение, мой адрес? Ой, зря ты так, братик. Смотри, сколько он делает бустов. Не понимаешь, эти бусты ему не помогут. Я в этом уверен. Нож, все, полетели. Пошла первая жара. Пожалуйста, я прошу тебя, пожалуйста, по-братски. Нож. Даже арканы даже не пролетели. Это тупо капец. Попытка номер 2. Пролетел нож. Это 3D Церберу. Хотя бы нож пролетел уже осталось хорошо. Осталось 12 штук. Шансы еще есть. Пожалуйста, умоляю. Пожалуйста, по-братски. Попытка номер 3. Мне уже надоело. Все, отлично. Хотя бы Лего. Лего это уже хорошо. Но тем не менее, каждый раз у него падает дроп все лучше и лучше. А вдруг реально выпадет нож? Не, ну я в этом очень сильно сомневаюсь, но вдруг. Фастом без буста открываем. Давай, фастом без буста открываем. Фастом, пацаны, фастом без буста. Просто. Ой, я говорю, без буста сам бущу. Извиняюсь, мне вообще башка не варит. Все, извиняюсь. Я говорю, фастом без буста сам бущу. Давай. Чего? Ему выпал реально нож? Я это сделал. Я выбил нож. А что с этой вебкой? Смотрите. Я выбил нож. Слушай, ну если он выбил нож, давайте сделаем новый аккаунт. Напишем еще один надо. Не, ну это слишком лайтово будет. Я же не знал, что ему так сильно повезет. Сейчас напишу еще один. Я не видел. Так, ну что, мы зашли на аккаунт, и я пишу. Давайте еще один. Я спал. Типа я не видел, я спал. Ух, погнали.
судьба моего аккаунта решается, пацаны, понимаете? Если сейчас он вернет мои скины, все будет хорошо, я буду спокоен. Я-то скины все верну, брат, не переживай. Там, ну я там реально 1005 голды, наверное, потратил, да? Но я вот не понимаю, только да, а куда Хергол-то делся? Реально, без шуток! Я же его не трогал. Еще один я спал! Это нечестно! Окей, напишу. Окей. Мне интересно, чат угорает или нет? Вот этот челик в чате угорает, смотри, сколько смайликов поставил. Я выбью еще один нож, мне не сложно. У нас 10 касиков. Не, ну если он сейчас выбьет еще один, вот у меня реально слетит челюха. Вот так вот, верхом и снизом по имею, родной, как это моя. Мне не сложно, все. На изищах, просто открываем, пошла жара. Пошла, я сейчас просто на изищах, я тебе докажу, что я имба, чел. Легендарка, ну это же. А дальше нож был, уже Лера. У нас остается 9. 9 касиков. Не, ну второй раз ему не повезет, я почти уверен. Это нереально. Раз, два, три, опс, и нож. И нож. Раз, нахрен, два, чекай. Три, рарочка в инвентаре. Чекаю. Ты возил налево. 8 касиков осталось, 8 штук, ладно. Ой, ну ему уже ничего не поможет. А если мы реально сейчас перчатки выбьем? Да не выбьет он ничего там. Просто оп, откроем, ну, и все. Как вы понимаете, тик-таку, скорее всего, просто больше просто нож не выпадет. Так. Он исчерпал это свой лимит удачи. Посмотрите на него, у него осталось 4 попытки. Все, братва, давайте, короче, сейчас подождем, чтобы он, естественно, ничего не выбил. Потому что он по-любому ничего не выбьет. И после этого мы уже перейдем дальше на его аккаунт. 5 minutes later. Ну что же, ребята, и у тик-така остался ровно последняя попытка. Ровно последний касик. Последний, пацаны. И как вы думаете, что ему выпадет? Я думаю, ему ничего не выпадет. Давайте посмотрим. Открыть. Все. Давай. Просто давай. Проверяем. Давай. Повезет мне или не повезет? Все, пацаны, погнали к нему на аккаунт, к молодому. Посмотрите на мой ник. Дай шанс, нож был. Брат, ну я спал, я ничего не видел. Давайте я сделаю ник, знаешь какой? На колени или бан. Ну что же, ребята, я думаю, что я уже зашел слишком далеко. И настало время тик-таку говорить, что это был пранк. И поменяем ему обратно аватарку. На что поменяем аватарку? На вот этого чела. На этого чела, шпок, чтобы он немножко подумал своей головой. Увидел, родной. Или бан? Дай шанс, нормально. Ничего, наглый. Слышишь? Он плакал передо мной. На какие колени? Ты кого, за кого меня держишь? Я тебе на какие колени остановиться не буду. Что он с моим аккаунтом еще сделал? Подожди. Дай шанс. Дай нормальный шанс прямо сейчас. Короче, ребят, я скажу честно, пранк зашел слишком далеко. Поэтому я прямо сейчас напишу извини. И наберу его и скажу, что это был пранк. Поэтому, ребят, я думаю, на этом все. Это было нереально смешное видео. Очень угарное. Если вам понравилось, то обязательно прожмите лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. И напишите, кого затроллить следующего. Может быть, игростример Шуанетку, а? Все, братва, всех отдел приподнял. С вами был ваш Кентусик. Всем удачки и всем пока-пока. Если подпишешься на мой ТГ, подарю 5 голдишки. Ссылка в описании. Бегом перешел, подписался. И на ютубчик давай. Все, давай, обнял. И на Twitch заходи. Там, короче, братик, я стримлю GTA-шечку почти каждый день. Все ссылочки в описании. Все, обнял, всем удачи, всем пока-пока.